Сегодня в столице Казахстана состоялась инаугурация избранного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Мероприятие проходило во Дворце независимости. На мероприятии присутствовали первые лица государства, депутаты парламента, министры и акимы областей. Под звуки оркестра в зал внесли флаг Казахстана, штандарт президента и конституцию РК. В это время на площади перед Дворцом независимости выстроились военные в парадной форме. Сопровождал мероприятие военный оркестр. Первым в зал вошел Елбасы Нурсултан Назарбаев, следом избранный президент Касым-Жомарт Токаев. Он зачитал текст присяги на государственном языке. Казахстан Республикасы президентыны өзіме жүктілген мәртебелі міндетін адал атқаруға салтанатты түрде ант етемін. Касым-Жомарт Токаев назвал выборы соревнованиями, где побеждает только мнение участников. В этой очень важной политической конкуренции, отметил глава государства, победила мудрость народа и в своей инаугурационной речи озвучил дальнейший курс страны. Прежде всего, я буду работать над реализацией третьей модернизации Казахстана, претворением в жизнь 5 институциональных реформ и других важнейших стратегических документов нашего государства. Другими словами, я буду работать над реализацией стратегии Елбасы. Политический курс избранного президента поддерживают кустанайцы. Президент, вступая в должность, а сегодня Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркнул, что его главной политической платформой является это диалог с населением, прежде всего это интересы граждан. Это подчеркивает, что он также приверженец дальнейшей демократизации нашего общества. Мне очень понравилось то, что он подчеркнул, что реализация государственной программы «Цифровой Казахстан», которая уже реализуется, она будет выполнена в полном объеме. Касым-Жомарт Кемелевич – очень яркая кандидатура, которая заслуживает нести такой пост, как лидер нации, как президент нашей республики. Он, получается, в своей присяге народу сказал то, что я буду помогать молодежи, как это возможно. Я думаю, то, что все совершится, все сбудется. В завершении Касым-Жомарт Токаев призвал правительство и акимов придерживаться основного правила – не обещать, а делать. Манарбек Косколов, Балсло Аликенова, РТН.